Замминистра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края Эльдар Бальжиров перестанет исполнять обязанности министра ведомства с 8 августа. Распоряжение об этом подписал заместитель губернатора Александр Костенко. Эльдар Бальжиров в октябре прошлого года сменил на посту исполняющего обязанности Сергея Кривощекова, который в свою очередь занял пост в марте после увольнения Дмитрия Ватагина. Напомним, Бальжиров неоднократно подвергался критике губернатора Осипова.